Всем привет! Продолжаем гулять по пространству Ирарта. Татьяна Баданина. Выставка, инсталляция называется «Реквием». Она родилась в 1955 году на Урале, в городе Нижний Тагил. Образование получила на художественно-графическом факультете Нижнетагильского государственного педагогического института. Начала заниматься творчеством художницы в 1979 году. Порядка 20 персональных выставок в России и за рубежом. Сейчас она работает в Москве. Творит в жанрах живопись, графика, скульптура, фотография, инсталляция, светокинетические объекты. Вот так написано. Ее работы хранятся в собрании Государственного Эрмитажа, Русский музей, Третьяковки, Московского музея современного искусства, Музея современного искусства Ирарта, ну и других государственных и частных собраниях. Как написано в анонсе, инсталляция Татьяны Баданиной «Реквием» в виде парящих в воздухе белых рубах завораживает своей оригинальной архитектоникой. Такое слово интересно. Тихо и торжественно, как месса. Она предлагает зрителю задержаться и задуматься. Проходя около твоего арт-объекта, задерживаешься, о чем-то думаешь. Около каждой рубашки стоит свеча. Твоя история – такой некий образ поминальной молитвы. Ну, вот, собственно говоря, и все. Я хотел вам показать эту выставку. Этот арт-объект, наверное, так инсталляция Татьяны Баданиной, которая так и называется «Реквием. Рубахи без людей». Вот все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего. Так, для того, чтобы в теме посмотреть, что есть постоянные выставки и рарты. Все, всем пока, всем привет, до свидания.